Кирове зарегистрирован первый случай свиного гриппа в этом сезоне. Сегодня специалисты Роспотребнадзора рассказали подробности и сделали неутешительный прогноз уже на начало следующего года. В ведомстве сообщили, что опасный вирус гриппа H1N1, он же свиной, нашли у ребенка дошкольного возраста в городе Кирове. Это удалось обнаружить в ходе лабораторного исследования всех заболевших за последние дни кировчан. Специалисты говорят, сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога, а на сегодняшний день от гриппа привита почти половина кировчан. Впрочем, прививка не гарантирует того, что вирус обойдет привитого стороной. Говорится, что гриппозная эпидемия может прийти в наш город уже в следующем месяце. Самые неблагоприятные, мы считаем, возможность подъема заболеваемости существенного, это где-то последние недели января. Потому что сейчас идет снижение, сейчас вирусы гриппа не интенсивно распространяются, дальше у нас идут каникулы, вторая неделя и третья, это вот нарастание заболеваемости, и они покажут, то есть все-таки будет у нас гриппозная эпидемия или нет.